Уважаемые зрители, мы по-прежнему находимся на стадионе Зеленоград, спортивная школа Олимпийского резерва номер 111. Любезно предоставляет стадион для проведения всероссийских соревнований по регби среди мальчиков до 16 лет. На поле появляются команды сборная Республики Крым и сборная, нет, не сборная, а команда ЦСКА. ЦСКА традиционно в красно-синих цветах, сборная Республики Крым в черно-желтых. Для вас это потрясающее событие освещает команда Sport.ru. Меня зовут Кирилл Михайлов. И сегодня у нас шестой заключительный день этого первенства, в рамках которого станет известно, кто во что горазд и кто чего достоин. Команда сборной Республики Крым и команда ЦСКА будут биться за 11 место. Впереди у нас, помимо данной встречи, еще 5 встреч за 9, 7, 5, 3 и, разумеется, 1 место. Слышим свисток арбитра. Арбитр в поле Валерия Кукушкина, помощники Валерий Яковлев и Роман Хрокин. Главный арбитр Андрей Баранов. Начинается встреча с ошибки сборной Республики Крым. И схватку зарабатывает ЦСКА. Максим Шейн с мячом. Пытается Крым передавить. Не дается им это сделать. Владимир Демидов. Номер 25-й Владислав Быков. Номер 22-й. Повторят схватку ЦСКА. Номер 19-й Михаил Рубцов. Номер 15-й Вадим Пулинов. Шейн вводит мяч в схватку. Дмитрий Падюков. Запасные игроки. Подъем Дмитрия Серова в правую сторону. Немного до зачетки остается, не доходит. Завязывают его. Оказывается, он на земле. Тут же есть поддержка. По первому каналу ЦСКА пробивается. И первая попытка в нашей встрече. ЦСКА открывает счет на второй минуте. Автором попытки становится номер второй Владимир Манаенков. Для нас это отличная возможность ознакомиться с составами. Давайте начнем, наверное, с армейцев. Первая позиция — Давид Захаров, номер 5. Вторая — Владимир Манаенков, номер 2. Третья — Георгий Воронцов, 17. Четвертая — Матвей Очеретин, 7. Пятая — Кирилл Цуканов, 13. Шестая — Яков Черкашин, 10. Седьмая — Валерий Романов, 6. Восьмая — Дмитрий Серов, 8. Девятая — Максим Шейн, 9. Десятая позиция — Максим Королев, номер 18. 11-я — Дмитрий Качмазов, 12-й. 12-я позиция — Богдан Червенко, номер 15. 13-я — Артем Кушаков, номер 23. И 14-я позиция — Сергей Попенко, номер 16. И 15-я — Арсений Королев, номер 22. Арсений Королев как раз сейчас зарабатывает 2 очка для своей команды. Счет 7-0 в пользу красно-синих. По запасным. Первый — Рубик Атаян, третий — Дмитрий Никитин, 24-й — Петр Гачков, 19-й — Федор Гусев, 11-й — Кирилл Ярославцев, 70-й — Сергей Чертков, 20-й — Валерий Пухляков и 14-й — Глеб Туткин. Неплохо начали ЦСКА, и здесь стоит отдать должное, что подыграли им крымчане ошибкой в своих 22. Сейчас неплохо может получиться. Удар ногой Падюковым Дмитрием. В свободную зону летит мяч. Максим Шейн этот мяч принимает, возвращает обратным ударом. Здесь уже оттянуты крымчане. Серов. Нет, не Серов, прошу прощения. Мазурин Дмитрий, номер 8. И в ауте оказывается номер 8 команды Крым. Коридор в пользу ЦСКА.
обозначает Роман Хрокин. По составу сборной Республики Крым. Первая позиция — Иван Савин, номер 17. Вторая — Лев Якушин, 13. Третья — Богдан Лещенко, 5. Четвертая — Эдуард Поевский, 2. Пятая — Алексей Кириленко, 20. Шестая — Николай Кулешенко, 3. Седьмая — Артем Подчинок, 7. Восьмая — Дмитрий Мазурин, 8. Девятая — Егор Ефимов, 9. Десятая — Владимир Демидов, 10. Одиннадцатая — Владислав Быков, 25 номер. Двенадцатая — Андрей Ферсанов, 22. Тринадцатая — Максим Рубцов, 19 номер. Четырнадцатая — Вадим Блинов, 15 номер. Пятнадцатая позиция — Дмитрий Падюков, под номером 16 выступает замыкающий сборной Республики Крым. По запасным: Максим Литвинов, номер 4, Алексей Катышев, 21, Михаил Рединский, 1, Артем Султанов, 14, Александр Анисимов, 11, Александр Юнаков, 12, Никита Удовенко, 6, Иван Житков, 18, Никита Нартенко, 23 и Степан Андруневчин, номер 24. А тем временем ошибаются крымчане, допускают игру вперед. Схватку назначает Валерия Кукушкина. И практически с центра поля подопечные Николая Гридасова и Федора Илюхина. Нет, прошу прощения, Михаила Илюхина и Вадима Федосова. Подопечные будут вводить мяч в схватку. Глубоко выстраивается ЦСКА. Шейн. Вот на Максима Королева. Максим Королев вешает свечку. Можно побороться. В воздухе принимает мяч шикарнейшим образом 12 номер крымчан. Александр Юнаков. Потрясающе. Очень высоко выпрыгнул. Поборолся за мяч. И вот уже крымчане заходят. 22. Теряет мяч ЦСКА. В атаке. Александр Юнаков. Ложный удар ногой. Освобождается от захвата. Второго, третьего, четвертого. Нет, скидывает передачу. Можно играть, можно играть. Преимущество в пользу Республики Крым. Атаута нужно играть сейчас черно-желтым. Но все-таки оказывается мяч за боковой линией. И Роман Хрокин взмывает флажком к небесам. Видим мы, что борьба-то неплохая у нас. Несмотря на то, что ЦСКА занесли достаточно быструю попытку, борьба пока равная. Владимир Манаенков с мячом. Вброс на первый лифт. Мяч доходит практически до края. Удар ногой. Падюков. Дмитрий Падюков отметился на данном чемпионате уже не одной попыткой. Шикарными скоростными качествами он обладает. И стоит ему получить мяч, разогнать хорошую скорость, как он становится практически недосягаем для соперника. А тем временем отличная контратака сборной Республики Крым. И первая попытка на их счету. Счет становится 7-5. Здорово. Владимир Демидов, номер 10. Здорово. Владимир Демидов кладет эту попытку. Не отпускают регбисты из Республики Крым соперника далеко. Мяч положим по центру ворот. Посмотрим повтор. Хороший прорыв здесь. Скидка на 10-го и очень неплохо. Есть возможность у крымчан сейчас сравнять счет на табло. Позиция достаточно простая. И важно сейчас Владимиру Демидову при этом ударе не ошибиться. Точен Владимир Демидов, и на табло снова паритет. Реализация
Сердце Владимир Демидов, номер 10. Счет 7-7. Торопятся армейцы. Максим Королев будет вводить мяч в игру. Хороший начальный удар. Быстро набегают армейцы. И чуть было не забрал мяч 10 номер ЦСКА Яков Черкашин, но, к сожалению, уронил мяч вперед. Схватку назначает Валерия Кукушкина в пользу черно-желтых. С мячом Егор Ефимов. Вот мяч в схватку. Вывод на Демидова. Демидов. Удар ногой. Удачный отскок для Республики Крым. Попадает мяч в руки крымчанам. Удар с схваткой. С поддержкой. Неплохо. Пытаются зачистить армейцы. Вне игры находился здесь 18 номер Максим Королев. Но не мешал он. Удар ногой. Нужно сейчас 22 номеру выйти из этой ситуации. Вдвоем его накрывают. Освобождаются от захвата. От третьего. На противоходе выбирает четвертого. И пятый игрок сборной Республики Крым все-таки останавливает Арсения Королева. Черкашин. Максим Королев в поддержку с Черкашиным. Шейн на Королева. Королев дальше. Неплохо Червенко. Преимущество в пользу красно-синих. И, судя по всему, высокий захват был. Да, совершенно верно. Схватку выбирают армейцы. Половина команды черно-желтых будут завязаны на дальней бровке. Даст это возможность команде ЦСКА провернуть какую-либо из комбинаций. Мяч в схватке. Подъем восьмого. Номер Серов выходит из схватки. Тут же встречает его королевой крымчан. Еще один удар нападающими. Королев. Дальше. Немножко задержали мяч. Центральный трехчетвертый. Богдан Червенко. Ввязывается в борьбу. Шейн на нападающих. Георгий Воронцов с мячом. Тут же оказывается на газоне. Преимущество в пользу красно-синих. Шейн на Королева. Королев подрезает в центр. Но здесь огромное скопление соперника. Вряд ли удастся прорваться до зачетки. Преимущество не реализовано. Нарушение было в предыдущем раке. И подопечные Михаила Илюхина и Вадима Федосова вновь выбирают схватку. И, видимо, на бровке появляется 21 номер сборной Республики Крым Алексей Катышев. Очень заметный спортсмен в своей команде. Подъем восьмого. Серов. Крылевой неплохо отрабатывает. Не пуская за щетку Серова. Еще удар нападающими. Сейчас обокрасть могут крымчане соперника. Нет, мяч не был заземлен.
с нашей позиции видно, что вцепился в него регбист черно-желтых. И арбитр назначает удар с линии ворот. Появляется Алексей Катышев в составе сборной Республики Крым. Поле покидает Иван Савин, номер 17. Замены произведены, можно начинать игру. Замена сборной Республики Крым. Отличная ловля в исполнении Черкашина. За высокий захват за шею, снова штрафной в пользу ЦСКА. И снова схватку выбирают красно-синие. Счет на табло 7-7, первый тайм. Переваливает за свой экватор. 15 минут уже сыграно. Для тех, кто только присоединился к нашему потрясающему событию, по регламенту два тайма по 30 минут. В случае желтой карточки игрок отправляется на скамейку штрафников на 7,5 минут. Основные отличия. В правую сторону разворачивается атака ЦСКА на скорости. Отлично. 15 номер сам Богдан Черненко пытается пробиться. От аута надо играть. Выскребают крымчане мяч у соперника. Совершают удар ногой. Успевает вернуться Черкашин. Набирает скорость. И потрясающе действует Владимир Демидов. В этом эпизоде останавливает соперника. Шейн на нападающих. Серов в атаке. Королев дальше по веру, есть лишний, можно заносить. И Арсений Королев оказывается по центру поля соперника. Зарабатывает еще 5 очков. Счет у нас 12-7. ЦСКА вырывается вперед в середине первого тайма. Вместо Владислава Брукова, номер 25, в игру вступил Александр Анисимов, номер 11. Замена в составе сборной Республики Крым. Александр Анисимов, номер 11, появляется на поле. Меняет он коллегу по команде Владислава Быкова. По номеру 25. Замена на позиции крайнего. Арсений Королев зарабатывает еще 2 очка. 14-7 в пользу армейцев. Ошибка в ловле у ЦСКА, преимущество в пользу крымчан, можно играть. Ефимов на нападающих. Глубоко выстраивается. Обратная замена сборной Республики Крым. Республика Крым в атаке. Анисимова. На поле вернулся Владислав Быков, номер 25. Обратная замена Александра Анисимова и Владислава Быкова. Прорыв ЦСКА сейчас очень неплохой. Оглядывается, на кого можно скинуть. Находит партнера по команде. 15 номер. На флажок убегает. Высокий захват. И сейчас как бы желтой карточкой не закончился этот захват.
Арбитр останавливает встречу. Просит капитана подойти. Капитан у нас 21 номер, Алексей Катышев. Без желтых карточек обходимся мы в этом эпизоде. Валерия Кукушкина назначает штрафной, и команда красно-синих выбирает схватку. Глубоко выстраивается ЦСКА. Ну как глубоко? Достаточно глубоко, чтобы сказать, что не плоско. Шейн вводит мяч в игру. Схватка заваливается. Подъем Серова. Тут же крылевые встречают его. Шейн. На Максима Королева. Королев дальше. Подрезает 15 номер. Берет на себя инициативу Богдан Червенко. И ошибаются красно-синие. Мяч выпадает вперед. Удар ногой. И Шейн набирает скорость. На левую сторону грамотно Шейн посмотрел, что нет там большого скопления соперников. Катышев защищается на бровке. Обкрадывает крымчане соперника. Удар ногой. Неплохая свечка. Нету ни замыкающего, ни крайних. И отличная ловля. Можно сделать скидку. Сам поднимается. Сам поднимается. Восьмой номер. Дмитрий Мазурин. Обкрадывает ЦСКА соперника. Удар ногой. На месте. 12 номер. Не освобождается Александр Юнаков от мяча. Штрафной в пользу ЦСКА. Мячу подходит Максим Королев. И, судя по всему, удар ногой в аут мы увидим. Хороший удар, очень надежный. Зарабатывает команда красно-синих. Коридор посередине чужой 22-метровой зоны. А между прочим, коридоров у нас не так много было в сегодняшней встрече. С мячом Владимир Манаенков. Забирает ЦСКА мяч в своем коридоре. Здесь Измола при выводе на веер ошибаются армейцы. Перехватывают мяч Крыма. И поборолись ЦСКА за свой мяч. И вот уже Максим Королев рвется в атаку. Черкашин. Дальше по вееру плосковато стояли армейцы. Быстро набежали крымчане. Можно побороться. Богдан Червенко. Через землю стоит Богдану сыграть. Есть зачистка. Шейн на Черкашина. Черкашин набирает скорость. Жестко его встречает пятый номер крымчан. Богдан Лещенко. Положение вне игры. У сборной Республики Крым. Слышим и поворотом с бровки звучит. Какое решение примут армейцы? Прислушиваются армейцы к тренерской бригаде, к тренерскому составу, к своим наставникам Николаю Гридасову и Федору Илюхину. Арсений Королев готовится к выполнению этого штрафного.
Крымчане выглядят, как будто готовятся набегать, но набегать при штрафном нельзя. Можно при реализации, но как бы там ни было, точно наказывается Арсений Королев, зарабатывает 3 очка. Сейчас у нас 17-7. И если бы Арсений Королев промахнулся по воротам, то в данном случае, я думаю, Валерия Кукушкина наказала бы сборную Республики Крым за то, что добегали при выполнении этого штрафного. Замена в команде ЦСКА. Вместо Кирилла Суханова, номер 13, на поле вышел Петр Мешков, номер 24. Замена в составе армейцев. Петр Гычков, 24, появляется на поле. Меняет он коллегу по цеху. Кирилл Цуканов под номером 13 отправляется на скамейку запасных. А тем временем зарабатывают регбисты Республики Крым схватку вблизи 22-метровой зоны соперника. Собрали свой мяч в схватке, пытались атаковать центральными трехчетвертными. Не удалось разорвать линию обороны. Продолжают контролировать мяч очень неплохо. 20-й номер в атаке. Алексей Кириленко. Демидов. Удар ногой. Поборолся здесь Демидов за этот мяч, но мяч ушел вперед. Схватку назначает Валерия Кукушкина в пользу красно-синих. ЦСКА на Королева. Королев хороший удар ногой. И неразбериха в составе сборной Республики Крым. Кудюков неплохо ушел от вторых. От второго освободился от третьего. Преимущество в пользу черно-желтых. Высокий захват за шею. Штрафной зарабатывает крымчане. Сверкает молния над стадионом в Зеленограде. До конца первого тайма меньше 3 минут. Раскаты грома. И под эти раскаты грома кладет попытку 13-й номер сборной Республики Крым. Лев Якушин зарабатывает еще 5 очков для своей команды. Еще становится 17-12, прошу прощения. Очень незаметно пролетает первый тайм, но в равной борьбе. Попытка Лев Якушин, номер 13. Достойное кунг-фу показывают обе команды. Стараются играть широко, и комбинации видим в исполнении одних других, и грамотная игра ногой, и в поддержке хорошо играют. Удается капитану заработать дополнительные 2 очка. Алексей Катышев забивает реализацию. Сейчас у нас 17-14. И я бы хотел отметить, что стратегия тренеров ЦСКА, когда был момент штрафного около зачетки соперника, когда тренера настояли, чтобы пробили по воротам, благодаря этому команда ЦСКА по-прежнему впереди.
17-14 на табло. Хороший удар, отличная ловля. В обратку. Выносит мяч, но мяч остается в поле. Номер 5 желтых вне игры, либо штрафной с места приземления, либо схватка с места удара. А удар-то наносил номер 8 Дмитрий Мазурин из 22. Схватка в чужих 22. Очень неплоха. Вводит Шейн мяч. Передавливают крымчане, борются за мяч, но мяч у ЦСКА. Шейн на Королева. Королев дальше по вееру. Подрезает другой Королев в центр. И 22 номер оказывается в защитке соперника по занавес первого тайма. Арсений Королев зарабатывает еще 5 очков. Счет становится 22-14. Успешная реализация. И со счетом 24-14 команда отправляется на перерыв. У нас небольшая пауза, 5 минут, и обязательно вернемся, узнаем, кто же достоин 11 места всероссийских соревнований по регби среди мальчиков до 16 лет. Ну а я вас оставляю, слушаем моментами этой встречи, серия хайлайтов. Не уходите далеко. Thank you.
На поле появляется Рубик Атаян, номер первый. Меняет он Давида Захарова под номером 5. Схватка армейцев в центре поля. Мяч прошел 10 метров. И разворачивает атаку армейцы. Есть лишний. Один в один выходит 20 номер. 6. На мяче темнеет над Зеленоградом. Шейн отдает нападающим. В атаке Воронцов. Удар Королева. В свободную зону приземлится мяч. И завладевает армейцы этим мячом. Неплохо получилось. Шейн. Скидка на Черкашина. Черкашин делится мячом с партнером. Контролирует армейцы мяч. Шейн на Максима Королева. Максим Королев дальше. По вееру. Опасно может получиться. 15 номер. Здорово проработал, но не доходит до зачетного поля. Арбитр фиксирует игру вперед и схватку в пользу сборной Республики Крым назначает. Гремит гром над стадионом Зеленограда. Удается вынести мяч ногой. ЦСКА с мячом. Королев. Оффлоу Королева на крайнего, но не удается эту передачу принять. Мяч покидает пределы поля, но, как мне показалось, сначала вперед эта передача прошла. Посмотрим, что назначит Валерия Кукушкина. Коридор будут разыгрывать сборная Республики Крым. Начинается дождь. И сейчас, возможно, увеличится количество потерь, потому как мокрый мяч не так липнет к рукам, как сухой. Свободный в пользу ЦСКА. И вот заходит уже в 22-метровую зону соперника. Шейн. На Серова. Схватку назначает арбитр. Продолжается. Затягивается атака ЦСКА. Мяч в игре. Подъем Серова. В короткую сторону. Есть поддержка. Преимущество в пользу армейцев. Было какое-то нарушение. Судя по всему, в схватке. Возможно, 9-й залез вне игры. Преимущество не реализовано. Схватка в пользу армейцев. Проливной дождь начинается в Зеленограде. Вот мяч в игру. 9 номер. Максим Шейн. Скидка на Королева. Королев. Ошибаются. Игра вперед. Ошибаются армейцы. В чужих 22-метровой зоне.
бьет как из ведра. Но ЦСКА продолжает прессинговать своих оппонентов. У их зачетки. Забирают свою схватку спортсмены из Республики Крым. Вешают свечку и по левому флангу. Нет, не уйдет 20 номер армейцев. Цепляют Валерия Пухлякова. Игра вперед у армейцев. Схватка в пользу сборной Республики Крым. Второй тайм начинается достаточно бодро. ЦСКА продолжают свою массированную атаку. Не удается никак сборной Республики Крым выйти со своей зоны. И вот удалось все-таки выйти из своих 22 регбистам из Крыма. И вот они уже завладели мячом на чужой половине поля. Можно играть. Рак выстраивают. Крымчане. Нарушение в раке. Штрафной. Преимущество, судя по всему, у армейцев. Шейн. Удар ногой. В свободную зону. Мяч приземлится. Ошибка крымчан. И здесь уже преимущество красно-синих. Валерия Кукушкина сигнализирует о том, что схватку будут вводить армейцы. И, как говорится, настоящая регбийная погода на стадионе спортивной школы Олимпийского резерва номер 111. Хлещет проливной дождь. И если покрытие газона было бы натуральным, то мы бы с вами увидели битву в грязи. Ошибка ЦСКА. Игра вперед была. Преимущество в пользу черно-желтых. Назад, отмени! Отмени, назад! Вешаю свечку крымчане. Неплохо набегает Патюков. Отлично завладевает мячом. Не было ли там бобровки? Нет, не было. Арбитр был рядом. Мяч в игре. В 22 заходят регбисты Крыма. 24-14 по-прежнему на табло. Хорошая возможность для атаки. Катшев. Немножко остается. 5 метров до зачетного поля. Вправо не выстроилась атака еще у ЦСКА. Смотрите, как быстро ЦСКА выстроились. В этой стороне 5 номер. Нет, не доходит до зачетки. Преимущество у армейцев. Игра вперед. В исполнении сборной Республики Крым. И чуть было 5 очков не набрали крымчане в этом противостоянии. На радость красно-синим теряют крымчане мяч. Схватка в пользу армейцев. Шейн вводит мяч. Оттягивается Максим Королев под удар. Нарушение в схватке. Штрафной в пользу армейцев. И я думаю, сейчас удар ваут мы с вами будем наблюдать. Да, совершенно верно. Максим Королев с мячом. Не получается удар ваут у Максима Королева. Так же, как и ловля у 25 номера Республики Крым. Владислав Быков. Насквозь промок боковой арбитр Роман Хрокин на данной позиции. А тем временем схватку назначает Валерия Кукушкина. При ловле допустили ошибку черно-желтые. Никита Наченко, номер 23.
Забрали свой мяч, удар ногой. И снова не удается поймать мяч 25-му номеру Республики Крым Владиславу Быкову. Схватки в пользу Крыма. Проходит в пользу Крыма. В атаку рвется 7-й номер. А тем временем град хлещет в Зеленограде. И что, будет попытка, 8-й номер. Осталось только приземлиться, да. Удается, удается крымчанам сократить отставание. 24-19 на табло. Егор Ефимов становится автором этой попытки, номер 9. Посмотрите, что происходит с погодой. Просто стеной хлещет ливень. Лупит град. Реализация мимо ворот, счет остается 24-19. ЦСКА по-прежнему впереди. Хороший начальный удар. Не удается поймать мяч Республики Крым. Преимущество в пользу армейцев. Есть возможность для развития качественной атаки. По левому флангу пытаются остановить, но здесь лишний. Нет, не доходит мяч до 20-го номера. В принципе, сгоняли крымчане. Шейн на мяче. Королев сам идет в атаку. Максим Королев, номер 18. Капитан команды. По Первому каналу пытаются пробиться Владимир Манаенков. Слышим свисток арбитра. Не освобождается Манаенков от мяча. Штрафной в пользу черно-желтых. 24-19 на табло. И практически половина второго тайма уже позади. Не отпускают крымчане армейцев далеко. Но постоянно выступают в роли догоняющих. Не раз мы становились свидетелями, как команда три четверти матча выступает догоняющие, а потом за последние 5-10 минут переворачивает ход встречи и забирает победу. Не удался удар с штрафного. Мяч у крымчан. Максим Королев в защите. И слышим свисток арбитра. Преимущество не реализовано. Штрафной в пользу черно-желтых. Разыгрывают мяч. Бьют с игры на Королева. Королев вешает свечку. Не удается с первого раза принять этот мяч. В защите армейцы. Королев пытается подсечь. Не удается ему это сделать. Освобождается от захвата. Одного сбрасывает, второму ручку. Только на третьем 24-й номер оказывается на газоне. Коридор в пользу Республики Крым. Роман Хрокин на экранах. Я вижу,
готовится Алексей Катышев ввести мяч в игру. Королев. Скидка дальше, но роняет мяч 23 номер армейцев Артем Кушаков. В преимуществе могли сейчас атаковать крымчане, но останавливает арбитр встречу. Схватка в пользу черно-желтых. И продолжается ливень. Все никак не останавливается. Егор Ефимов. Вот мяч в схватку. Ефимов на Демидова. Неточная передача. Борется. Нет, не Демидов. Здесь 22 номер. Андрей Фирсанов. На руках пытаются вынести крымчане мяч из своей зачетки. Свечку вешает 10 номер Республики Крым Владимир Демидов. Отличная ловля Арсения Королева. Уходит ручка от одного. Второй, третий его цепляют. Оказывается, он на земле. Мяч в игре. Преимущество в пользу армейцев. Игра вперед была у крымчан в 22 соперника. Иметь преимущество очень неплохо. Шейн на Максима Королева. Скидка на Черкашина. Черкашин. Через землю играют армейцы. В правую сторону развивают атаку. Немножко остается армейцам для того, чтобы заработать 5 очков. Но что здесь? Преимущество не реализовано. А здесь нарушение положения вне игры у крымчан. Штрафной назначает Валерия Кукушкина. Максим Шейн. Достаточно грамотное решение. Данный штрафной пробить поворотом. 24-19 на табло, 5 очков впереди. При успешном пробитии отрыв будет составлять 8 очков. И даже попытка с успешной реализацией не позволит крымчанам отобрать 11 место у армейцев. Позиция достаточно комфортная. Точен. Арсений Королев. Счет становится 27-19. Торопится крымчане. Мяч уже в игре. Шейн. Хитрым ударом ногой по земле скидывает мяч на своих партнеров. Игра вперед у крымчан. Схватку назначает арбитр. Арсений Королев уже так неплохо набрал очков в этой встрече. Два штрафных, две попытки, две реализации. И вот, пожалуйста, уже 20 очков Арсений Королев своей команде принес. Шейн вводит мяч в схватку, но проигрывает армеец свою схватку. Выводил здесь мяч Ефимов на Демидова. Армейцы забирают этот мяч. Преимущество не реализовано. Схватка в пользу ЦСКА. Максим Шейн. Вот мяч в схватку. Заваливается игрок ЦСКА. Преимущество в пользу красно-синих. Удар нападающими. И смотрите, что делает Алексей Катышев.
Поднимает он соперника и кладет аккуратненько на газон в избежание желтых карточек. Слышим мы комментарии с тренерской скамейки. Шире, шире. Коротенькая свечка. Республика Крым ловит этот мяч. Преимущество не реализовано. Штрафной в пользу красно-синих. Слышим подсказку арбитра поворотом. И тут же Валерия Кукушкина демонстрирует, что слышат Михаила Илюхина и Вадима Федосова, его подопечные. Арсений Королев готовится пробить штрафной. Точно, Арсений Королев. Еще 3 очка. Еще остается 30-19. И уже достаточно хорошее преимущество себе сколотили армейцы за 7 с лишним минут до конца встречи. Остается только удержать. Владимир Демидов готовится ввести мяч в игру. Удар неплох. Касается мяч земли, покидает пределы поля. Коридор в пользу красно-синих. Что подготовят нам армейцы. Владимир Манаенко готовится вести мяч в игру. Отыграли своим лифтом этот мяч. Скидка на Королева. Королев удар ногой. Мяч касается поля и покидает его пределы. С места выхода мяча увидим коридор в пользу Крыма. Ну а на экранах тренерский состав. Как я понимаю, здесь кавказские команды. Сборная Республики Дагестан. Они уже завершили в прошлой встрече свое выступление на данном всероссийском соревновании по регби среди мальчиков до 16 лет. Забирают мяч в своем коридоре крымчане, но нужно его еще и сохранить. Передавливают армейцы в раке, борются за чужой мяч. Можно играть, но здесь штрафной в пользу черно-желтых. Вешаю свечку крымчане. В пустую зону приземляется мяч. Королев выкидывает мяч вперед. Положение вне игры у армейцев. Штрафной в пользу черно-желтых. Позиция хорошая. 5 минут до конца встречи. И сейчас стратегически важно для крымчан не упустить эту возможность. Занести попытку. И тогда шансы на победу в этом противостоянии будут высоки. Егор Ефимов. Вот мяч в схватку. Подъем Мазурина. Нет, не Мазурин. 24 номер на позиции 8 играет. Степан Андруневчин. Еще одна схватка в пользу крымчан. Снова 22 соперника. Подъем Андруневчина.
Скидка на Крылевого. Смотрите, как здорово передавливает 10 номер армейцев соперника. Яков Черкашин выносит из своих 22. Борется армейцы за каждый метр. Но не без нарушений. Штрафной назначает арбитр в пользу крымчан. Отлично здесь накрывает Дмитрия Мазурина. А Мазурин нарушает правила. Штрафной в пользу красно-синих. Не торопится Максим Королев. Очень неплохой удар. И зарабатывает коридор в центре поля красно-синие. Видели мы с вами элемент, как от негодования вышвыривает мяч ногой регбист Крыма. Но хорошо, что благосклонно арбитр отнесется к этому моменту. В некоторых эпизодах за такое могут и желтой карточкой наградить. Ну, здесь не было просто какой-либо затяжки времени там, и тому подобное, поэтому не стали наказывать спортсмена. Ну, а так, конечно, конечно, часики тикают, крымчане позади, целых 11 очков, 2 минуты остается. Атака у них захлебнулась в чужих 22-х. Схватка в пользу черно-желтых. Вот Ефимов на Демидова. Демидов дальше. На Ферсанова. Ферсанов отдает передачу Рубцову. Удар ногой. Ногой себе подыгрывает Арсений Королев. Возвращает обратно. И очень неплохой удар. Надо набегать сейчас Королеву. Но слышим мы свисток арбитра. В преимуществе находились регбисты сборной Республики Крым. Штрафной назначает Валерия Кукушкина. Готовится взять этот бой красно-синие. Немножко остается, чуть меньше минуты до конца встречи. Заканчивается проливной дождь. Демидов вешает свечку. Ногой с лету Максим Шейн бьет по этому мячу. Крымчане в атаке. Катышев вешает свечку. Допускает ошибку красно-синие. Схватку назначит арбитр в пользу крымчан. И обсуждают здесь в первой линии Валерия Кукушкина какой-то эпизод. Улыбаются. Приятно видеть улыбки на лицах спортсменов. Да и арбитров тоже. Поистине огромный регбийный праздник на стадионе спортивной школы Олимпийского резерва номер 111. Подход к своему логическому завершению. Последний день у нас сегодня. Финалы. Преимущество в пользу красно-синих. И со счетом 30-19 команда ЦСКА одержит победу в этом противостоянии. Победа им далась непросто. И не удалось все-таки крымчанам вырваться вперед. Всю игру выступали они в роли догоняющих, но бились достойно. Не отпускали армейцев до практически самого конца этого противостояния. Огромное, огромное спасибо команде ЦСКА. Огромное спасибо. Здесь небольшая заварушка под занавес. И что, неужели
Начинается у нас здесь бойцовский клуб. Прекратить! Немедленно! Ну сейчас дисквалификация стоять! Посыпется, я уверен. На очереди стоять! У нас противостояние. Стоять! Ну все, удается вроде остановить это безобразие. Появляются запасные тренера, возвращают тренерский состав армейцев. Да не только армейцев, да и крымчан. Слишком высок был градус, и команда армейцев все-таки побеждает. На очереди у нас противостояние сборной Республики Татарстан из города Казань и Академии ВЭС Пермского края. Матч начнется в 12:00 по московскому времени. Не уходите далеко.